несколько торнадо прошли по центральной части США после мощных штормов, сообщает в четверг агентство Associated Press. В центральной части штата Оклахома было зафиксировано несколько торнадо, один из которых прошел через населенные пункты Шани и Коул. В Коуле погибли 2 человека. Также власти города сообщают о пострадавших, их точное число не приводится. Характер травм пострадавших от торнадо разный. У некоторых это небольшие раны, некоторые госпитализированы. В штате повреждены линии электропередач, некоторые дома и другие строения пострадали или были разрушены. В частности, урон получили здания университета и аэропорта в Шани. В разгар шторма около 23 тысяч человек в Оклахоме остались без электричества. Не повезло особенно сильно фермерским хозяйствам, многие из них просто уничтожены. Похоже, что в этом году зерно с Восточной Европы пойдет не голодающим в Африку, а голодающим в Америку. Во многих учебных заведениях отменены все занятия и мероприятия. Вот так вот происходит четвертый месяц климатического противостояния США с силами небесными.